В рамках реализации проекта «Крепкая семья» активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поприветствовали участников творческого мастер-класса в поселке Чистцы. Мероприятие для детей прошло на площадке культурно-досугового центра «Чистцовский» и было приурочено ко Дню Отца. Мастер-класс для ребят проводили воспитатели детского сада номер 18. Вместе с педагогами участники занятия изготавливали рамки для фотографий и делали рисунки, которые затем подарили своим папам. Также ребята рассказывали о своих родителях с любовью и теплотой, отметили, что когда вырастут, хотят быть похожими на них.